Добрый день, мои дорогие друзья. Мы находимся в Кабардино-Балкарии, поселок Личинкай. Вот, мы приехали сюда в гости с мульчирователем Матенг J205. В междурядье можем наблюдать ветку после обрезки. Ну, максимальная, которая мне встречалась, 5 сантиметров вижу. Саду 8 лет. И сейчас мы в этом междурядье будем заходить с нашим мульчирователем. Сейчас мульчир едет по соседнему ряду. И сейчас будем освобождать междурядье от ветки, измельчать ее, потому что пора загонять сюда уже опрыскиватель. Сегодня 15 апреля 2021 года. Уже почка раскрылась. Вот. И нужно делать опрыскивание. А веточка междурядья нам не дает этого сделать. Но сейчас мульчер с этим справится, и все у нас получится. Вот, друзья, наш мульчирователь сейчас будет уничтожать эту ветку. Точнее, не уничтожать, а превращать ее в мульчу. Самое лучшее органическое удобрение, которое может вообще быть в саду. Отходим на безопасное расстояние. Вот мы можем наблюдать, вот после одного прохода ничего у нас не осталось, то, что будет мешать проходу опрыскивателя. Теперь трактор занимает следующий ряд и выполняет аналогичную работу, подготавливает место под опрыскивание. Вот, посмотрите повнимательнее, во что превратилась веточка. Повторяю, значит, находимся в Кабардино-Балкарии, поселок Личинкай. Можете приезжать в это хозяйство, посмотреть на работу мульчирователя. Отличный агрегат.